Господь гордым противится, Смиренным же дает благодать. Притчи, 3 глава, 34 стих. Смирение не свойственно рабам. Они пока послушны и покорны, Им каждый день в зашей и по зубам и держит на работе самой черной. Их в три погибели скрутило по нужде, им некуда приткнуться и податься, их обещания вилами по воде. В душе же ад, пылающие страсти, пока над ними твердая рука, надсмотрщики, наручники их жалко. Они покорны, но это лишь пока. Работа каторжная, корм и палка. От первой искры, слуха, мятежа они взрываются, выбрасывая грязь, крадутся до хозяйского ножа. Всех раскулачивают, душат, сеют казнь, свобода, мир, божественный закон, недосягаемый плебейскому отродью, им жизнь, игра, все ставится на кон, характеристика для русского народа. У кроткого, смиренного в запасе весь арсенал спокойствия в душе. За все благодарю. Какое счастье! Я со Христом! Я им спасен уже! Мой Бог располагает все ко благу! Мне светит утром яркая звезда! Без Иисуса не ступлю ни шагу! Страх Божий для меня — его узда! Раскрепощенный духом, испытания я воспринимаю от его любви, потери, гнет, и скудное питание — да у сражения, да большой крови. У верующих тайная молитва, любое дело не только для Христа. Свобода в рабстве, тишина средь битвы, обида, зависть не войдут в уста. 31 мая 2002 года. Игла. Игнатий. Лапкин.